А у нас в Ивано-Омске новый необычный автомобиль. Необычный, потому что этот автомобиль сын подарил своей маме. Больше бы таких сыновей, и этот мир стал бы немножко добрей. Офигеть! Бать, Кирилл, это что такое? А это вообще что за машина? Это кому? Мне? Новый Порше! Серьезно? Прокататься тебе. Вот эти эмоции ни с чем никогда не перепутаешь. Есть еще мужики на свете. Вот он стоит. Слушай, а ты поняла, это так неожиданно. Слушай, ну такого сюрприза у меня не было. Моя, ты... Не верю, у меня такое состояние, я понять до сих пор не могу. Представляете, с ума сойти. Ой, спасибо, родная. Ванечка, спасибо, быть добру.